بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه اجمعين الى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دري براتي سيوستري мы продолжаем наши уроки посвящённые вопросам идеологии. На предыдущих уроках мы довольно-таки подробно разобрали вопросы свободы воли человека и сказали, что в мусульманском мире среди мусульман имеются несколько точек зрения на данный вопрос. Имеются две крайности. Одна из крайностей утверждает, что Бог является единственным творцом, что Бог является единственным управляющим, единственным, кто совершает что-либо. И поэтому следствием этого является, что человек совершенно лишен какой-либо воли, какого-либо выбора и какого-либо участия в своих действиях, даже в своих собственных поступках. Это одна крайность, которую мы довольно-таки подробно разобрали и ответили на их доводы и доказательства и продемонстрировали, что это заблуждение. Что это заблуждение, которое противоречит не только разуму, не только самым очевидным человеческим знаниям. Потому что каждый из нас так или иначе прекрасно знает, что свободен в своем выборе. И когда сталкивается с преступлениями и злодеяниями других людей, и в особенности, если говорить о злодеяниях в отношении самого этого человека, то он считает именно этих людей ответственными за эти деяния. Не Бога считает ответственными, а именно его считает ответственными. Даже те, кто верит в то, что человек лишен свободы выбора и свободы воли. Таким образом, мы продемонстрировали, что эта точка зрения противоречит не только разуму, не только самым очевидным знаниям человека, но и исламскому учению, но и аятам священного Корана, в котором множестве раз утверждается о наличии у человека свободы выбора. Например, говорится, Мы указали ему дорогу, два пути, путь добра и путь зла. «Инна имма шакиран ва кафура» То есть мы указали человеку на путь, наставили его на путь или он является благодарным, или же неблагодарным, будь он благодарным или неблагодарным. И те аяты, которые мы засчитывали ранее, в самом начале нашего обсуждения, в которых Бог порицал многобожников за их веру в отсутствие выбора, в отсутствие свободы воли. Таким образом, первая точка зрения, первая крайность очевидным образом противоречит разуму и откровению. И вторая точка зрения, вторая крайность, которая заключается в том, что человек абсолютно свободен в своем выборе, абсолютно свободен в своих деяниях, в своих поступках, что Бог не властен над человеком, что Бог не обладает могуществом заставить человека что-либо совершить или что-либо не совершать, что человек совершенно, абсолютно свободен и наряду с Богом является отдельной самостоятельной силой, самостоятельным действующим во Вселенной. И мы разобрали также довод, один из доводов этой группы и увидели, что этот довод также недостаточен, неубедительный, чтобы доказать эту точку зрения. Итак, есть и третья точка зрения на данный вопрос. Эта точка зрения является точкой зрения непорочного семейства Пророка Мухаммада, алейхи, ва алейхи ва Когда у представителей этого непорочного семейства спрашивали, какая из этих двух крайностей является верной. То есть люди приходили и спрашивали, какая из этих двух точек зрения является более верной. Они отвечали джабра что не та точка зрения и не другая точка зрения не являются верными. То есть точка зрения о том, что человек совершенно лишен свободы выбора, ошибочно, и точка зрения о том, что человек совершенно свободен, также является неверной и ошибочной точки зрения, но валякин но истина заключается в том, что истина между ними аль амрейн, что не то и не другое, но нечто между ними, нечто серединное. И в чем заключается эта серединная истинная точка зрения на вопрос о свободе выбора человека? И разъясняя, прежде чем разъяснить и попытаться дать понимание этой истинной точки зрения на данный вопрос, необходимо заметить, что на протяжении этих обсуждений мы так или иначе старались дать вам понимание этой истинной точки зрения, аятами священного Корана, объяснениями, ответами на доводы, доводы этих двух крайностей вы должны были уже получить определенное представление об этой истинной точке зрения. Итак, эта точка зрения заключается в том, что Бог един в своем созидательстве, Бог един в своем господстве, Он един в своем управлении, Он един в своем владении, Он единственный владелец. Поэтому человек является всего лишь владением Бога. Человек является творением Бога и полностью зависит от Бога. Он зависим от Бога во всем. Он зависим от Бога даже в своем существовании. Даже существование человека, не только возникновение, обратите внимание, но и существование человека. Даже в этом человек зависит от Бога. Так же, как и во всем остальном. В знаниях в своей силе. И одной из зависимостей человека от Бога является наличие у него свободы выбора, свободы воли. Кто даровал человеку эту возможность, возможность выбирать, выбирать свои действия, свои поступки? Конечно же, Бог. Даже если существование человека зависимо от Бога, то что же говорить обо всем остальном? в частности о свободе выбора и свободе воли. Но наряду с этим мы обнаружим и нечто другое, нечто другую альтернативную и указывающую и намекающую на нечто большее, а именно то, что Бог, увидев в свободе выбора человека определенную определенную выгоду, определенную мудрость, развязал человеку руки, чтобы он сам выбирал себя, для себя свои поступки, выбирал для себя свои деяния. Как сказано в Священном Коране, что мы наставили его на путь, на верный путь наставили человека. А быть ему верным, этому благодарным за это и следовать этому верному пути. Или же нет, быть неблагодарным и свернуть с этого пути на кривую дорожку выбирает сам человек, сказано в священном аяте. Таким образом, Бог по своей мудрости, наделив человека свободой выбора и свободой воли, развязал ему руки, чтобы он сам мог строить себя, чтобы он сам мог строить свое будущее, чтобы он сам мог заработать для себя достойные, возвышенные духовные качества. Потому что когда предоставлен выбор, потому что сам выбор как таковой является удивительнейшим инструментом для самосовершенствования. И также... Являет, об, обладает, конечно же, и побочными действиями, побочными результатами. Потому что э, имея выбор, человек может как возвыситься, так и принизиться, в зависимости от того, какие поступки он совершает. В священном Коране сказано, что мы создали человека наилучшим виде, наилучшим образом, а потом не извели его в самую низость. Почему? Почему так происходит? Каким образом так происходит, что человек, как утверждает Священный Коран, может быть улайки кельанам? Бальхум адаль сказано в Священном Коране, что они подобны скоту, подобно, подобно животному. В этом аяте Священного Корана идет речь о некоторых людях. А потом сказано бальхум адаль. Нет они еще более униженные. Почему? Каким образом? А потому что человек обладает свободой выбора, свободой воли и сам может, сам может выбирать себе путь или возвыситься, или путь благодарности Бога, Богу, или путь возвышения духовного самосовершенствования, или же путь неблагодарности и самодеградации, путь в пучину, путь в неизменность. От человека самого зависит это. Но при этом не та точка зрения, не утверждающая о том, что человек совершенно свободен, что Бог не может вмешаться в дела человека, эта точка зрения является заблуждением. Бог не вмешивается в дела человека, в поступки человека, постольку, поскольку... Этого требует мудрость Бога. Но Бог может вмешаться в дела человека в той или иной мере. Да и вообще, как можно говорить об абсолютной свободе человека, если даже свобода выбора дарована Богом? Обратите внимание, даже свобода воли ⁇ это дар Бога. Так как же можно говорить о том, что человек совершенно свободен? И также вторая точка зрения о том, что человек совершенно зависим, что совершенно вынужден, что не обладает никакой свободой, эта точка зрения также является заблуждением. Потому что совершенно очевидно, что человек все-таки обладает этим выбором, что обладает свободой выбора и как следствие ответственен за свои поступки. И именно поэтому Бог будучи справедливым, совершенно прав, когда наказывает человека за его преступление и награждает за его благодеяние. То есть справедливейший из справедливых имеет право. То есть это право из чего исходит? Из того, что человек ответственен за свои поступки. В противном случае справедливейший, справедливейший и справедливейших не имел бы подобного права, не имел бы права наказывать или награждать его, если бы этот человек совершенно был бы вынужден и не нес бы никакой ответственности за свои поступки. Таким образом мы видим, что ни одна крайность и ни другая крайность, а они считают между ними точка зрения, серединная точка зрения непорочного семейства пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи алейхи вассалям, является истиной, коранической истиной, подтверждающейся и разумом. На этом мы обсуждение данного вопроса заканчиваем и на следующем уроке с позволения Бога перейдем к обсуждению следующего вопроса, вопроса о справедливости Бога. На этом я с вами прощаюсь. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракету. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد